Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам продемонстрировать крючки 07027-2. Это наши новые крючки диаметром 10 мм, длиной 1000 мм, имеющие радиусный загиб и плоскую тонкую лопатку на конце. Главной идеей создания этих крючков была возможность проникновения в крыши автомобиля, не разбирая потолок, а лишь только отпуская одну из частей или работая через какие-либо отверстия, будь то солнцезащитные козырьки или световые плафоны, которые могут быть отщелкнуты, и через них осуществляется заход. Вот на данном вот примере хочу вам как раз продемонстрировать. У нас частично освобожден потолок с одной стороны, и крючок имеет возможность проникать глубоко в полость, при этом не воздействуя на сам потолок. Это очень удобно в тех случаях, когда нет необходимости из-за одной вмятины полностью разбирать потолочное пространство. Итак, вот мы зашли, собственно говоря, внутрь крыши. У нас здесь многочисленные повреждения. И здесь я вам сразу хочу сказать, что это будет демонстрационный вариант, когда просто мы хотим показать возможность крючка. Потолок мы в перспективе все равно будем снимать, потому что в данном случае у нас очень много повреждений. Это градовый автомобиль, и поэтому здесь нет у нас необходимости работать через оттопыренную крышу. Слишком много повреждений. Но в принципе, если у вас единичное повреждение, и для этого совершенно нет необходимости снимать весь потолок, то можно совершенно легко справиться с этим крючком, разобрав только часть потолка и осуществив таким образом работу. Это будет удобно и быстро.